Так, теперь вот разгребаю еще этот весь бардак. Я просто на окна обращаю внимание. Сейчас подойду ближе. Окна установили, да? Ручка такая а-ля экспериментальная. Будет установлена якобы потом, пока не открывается. Ну, как они установлены вместо старых с хорошим подоконником, это ладно. Теперь специалисты, мужики, смотрим внимательно. Верх закреплен. Середина. Это у нас окно крепится. Внимательно, да? На пене. Низ. Смотрим. То же самое. Смотрим слева. Ни болтов, ну, в смысле, саморезов, ни анкеров, ничего. Я небольшой специалист в стройке, но тем не менее. На верхних. С двух сторон. Все. Вот на вот этом держится окно. О, кстати, выбили, как здорово, а? Было все и отливы, и откосы, и все прочее. Выбили, ой, я думаю, где сквозняк. Ну, сверху постарались. Вот тут раз, вот тут на один, вот тут есть, вот тут есть. Ну, дальше, наверное, чего-то закончилось. Я подозреваю так. В общем, шикарные, в кавычках, окна. Если бы у меня окон не было от слова совсем, я бы сказал спасибо за вот такое. Естественно. Но у меня здесь были окна целые с шикарным подоконником. Ну вот как-то так.